Волшебства в Новый год ждут все, дети и взрослые. Особенно в нем нуждаются ребята из многодетных семей и дети с особенностями развития. А кафе «Ташкент» уже по доброй традиции из года в год становится тем островком счастья, добра и улыбок, где можно собраться всем вместе, подарить долгожданные подарки и устроить по-домашнему уютный благотворительный праздник. Каждый ребенок, он нам уже как родной. Иногда после этих встреч мы переходим на личные отношения, и они пишут нам и в Вайбере, и стараются выкладывать наши данные для других мам, которые нам потом оказывают внимание, просят о какой-то помощи. Иногда прямо на таких мероприятиях мы находим детей, которым нужно срочно собирать на лечение, потом проводим акции. Поэтому все время существует обратная связь. Мы хотим поздравить всех деток с наступившим Новым годом. Мы хотим пожелать им исполнения желаний их и чтобы случилось новогоднее чудо. И мы попытаемся для них это сделать. Маленьких гостей ждали сказочные персонажи, увлекательные игры и сюрпризы. Как всегда, инициаторами мероприятия стало Брестское городское общественное объединение «Белорусский союз женщин». Посильную помощь в организации новогоднего праздника оказали представители Брестской епархии. Не остались в стороне различные организации города, которые также выступили в роли добрых волшебников. Здесь мы уже не первый раз. Это прекрасная возможность собраться все вместе. Вместе, радостная атмосфера, дети довольны. У меня четверо детей, многодетная мама. Я в первый раз на таком празднике, тут рисую так в грим и играю в разные игры, угощения дают. Настроение очень веселое, тут так и прикольно, интересно. Много детей, с которыми можно поиграть. Можно сделать подарки для мам. И взрослые, и дети прекрасно провели время, пообщались и получили много положительных эмоций. Гости остались сыты и довольны, и никто не ушел без подарка. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БОК ТВ.